во все времена находились те, кто, не желая жить по установленным правилам, создавали себе свой собственный мир. Мир, в котором нет запретов, границ, а происходящее порой не имеет ничего общего с реальностью. Выходцы из Белорусской ССР. За короткий срок они обрели влияние на все постсоветское пространство, также включая страны, где проживают русские эмигранты. Не щадя ни одного танцпола, оставляя после себя обессиленные города, уже 5 лет одно за другим происходят громкие события, будоражащие окружающих. На этих кадрах мы видим подготовку к очередной вылазке. Молодые люди спокойны и уверены в себе. Не имея связей с остальными группировками, дерзкие белорусы все же придерживаются четкого кодекса, стараясь не вступать на попсовую территорию. Но создавая свой собственный стиль, они способны на что угодно. Гаснет свет, замигает из окна. Глаза панели домов, дым как во сне. Никому не говори, я покажу тебе район. Перерой этот шкаф, как же идет тебе. Папин олимпоз, мамин плащ, 17 есть. Мало, идем со мной, ты поймешь, что на самом деле тащит. Стилёво, стилёво. Пробивает битом стену, вот-вот отделанный свежак. Стилёво, выглядишь так клёво, но что ты готова взрослым пацанам рассказать? Но-но-но, стилёво, улетаем снова. Медленно по шее машет первым бытный кайф. Но-но-но, ни слова, никому ни слова. То, о чём ты здесь могла узнать. Волосы как рассвет, бирюзовый рассвет. Помада чёрный цвет, родители в крик. Но воспитывать поздняк, если дочь уходит на рейв. Туда, где толпа, юный интерес. Под ногами тает снег, тут взрослый движ. Не переживай, мама, это просто вечерний концерт. Где паспорта подлетает вверх. Всем похуй, где ты есть, Питер, Москва. Дальше Киев, Минск, большая туса навек. Закрой глаза, не теряй честь. Остальное забирает слэм. И пусть все, что под одеждой, только поменяет цвет. Стилёво, стилёво. Пробивает битом стену, вот-вот отделанный свежак. Стилёво, выглядишь так клёво, но что ты готова взрослым пацанам показать?